Мини-экспо 2015. Так назвали конкурс инновационных идей и студенческих проектов Кокшетау. Молодые ученые представили 45 проектов в 5 номинациях. Они касаются инженерно-технических и информационных технологий, инноваций в сфере энергосбережения, экологии и природопользования. Проекты победителей внесут в областную базу для рекомендации участия в экспо 2017, а победители примут участие в семинаре Национального агентства по технологическому развитию. У нас есть такие проекты, допустим, как биогаз, сама биогазовая установка работы в университете. На данный момент, допустим, мы участвуем уже в конкурсе в КАЗе имени Аль-Фараби, он где проходит. Есть такой проект биопластик, то есть биопластик, он работает на том, чтобы, допустим, все пластики сейчас делаются из нефти, а биопластик, он разрабатывается именно на основе зеленой технологии. То есть сам он экологичный, не токсичный.